Бог, который нас создал без нас, не может спасти нас без нас. Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим. Жизнь – это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в гостях. Допустимо ли искоренять злодейство, убивая злодеев? Но ведь это значит умножать их число. Бог. Одни боятся его потерять, другие боятся его найти. Если Бога нет, а я в него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в него не верю, я теряю все. Будем бояться смерти не в час опасности, а когда нам ничего не грозит, пусть человек до конца останется человеком. Если вы верите в нечто, а его нет, то вы ничего не теряете. Но, если вы не верите, а оно есть, то вы теряете все. Новое платье действует на женщину, как 4 стопки водки на мужчину. Желать и не иметь возможности и значит быть несчастным. Будучи бытием кратковременным, мы не способны охватить бесконечность. Живите в добре и к себе, и к окружающим. Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. В любви молчание дороже слов. Зло дается всем без труда, и оно многолико, тогда как добро, можно сказать, всегда одинаково. Величие не в том, чтобы впадать в крайность, но в том, чтобы касаться одновременно двух крайностей и заполнять промежуток между ними. Истина так нежна, что только отступил от нее, впадешь в заблуждение, но и заблуждение так тонко, что стоит только немного отклониться от него, и оказываешься в истине. Величие человека тем и велико, что он сознает свое ничтожество. Каждую книгу нужно уметь читать. Всякий раз мы смотрим на вещи не только с другой стороны, но и другими глазами, поэтому и считаем, что они переменились. Красноречие – это искусство говорить так, чтобы те, к кому мы обращаемся, слушали не только без труда, но и с удовольствием. Влюбленным, чтобы общаться друг с другом, не нужны слова. Любовь – это музыка, которую слушают вечность. Кто не видит суеты мира, тот суетен сам.
Все несчастья человека происходят из-за того, что он не желает спокойно сидеть у себя дома, там, где ему положено. Кто входит в дом счастья через дверь удовольствий, тот обыкновенно выходит через дверь страданий. Добрые слова оставляют в душах людей прекрасный след. Они смягчают, утешают и исцеляют сердце того, кто их слышит. Кто не любит истину, тот отворачивается от нее под предлогом, что она оспорима. Давайте человеку каждое утро деньги, которые он может ежедневно выигрывать, но с условием, чтобы он не играл совсем, и вы сделаете его несчастным. Лучшее в добрых делах – это желание их утаить. Кто-то имеет право убить меня на том лишь основании, что я живу по ту сторону реки и что мой монарх поссорился с его монархом, хотя я-то ни с кем не ссорился. Добродетель человека измеряется не необыкновенными подвигами, а его ежедневным усилием. Говорите как все, но думайте по-своему. Люди ищут удовольствие, бросаясь из стороны в сторону только потому, что чувствуют пустоту своей жизни, но еще не чувствуют пустоты той новой потехи, которая их притягивает. Люди склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им по вкусу. Никогда злые дела не творятся так легко и охотно, как во имя религиозных убеждений. Ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе. Меня ужасает вечное молчание этих бесконечных пространств. Мир — это сфера, центр которой повсюду, а окружности нет нигде. О нравственных качествах человека нужно судить не по отдельным его усилиям, а по его повседневной жизни. Молчание есть величайший из человеческих страданий. Основная причина совершаемых человеком ошибок кроется в постоянной борьбе чувств с разумом. Мы должны благодарить тех, которые указывают на наши недостатки. Привычка подавляет натуру. Мы бываем счастливы, только чувствуя, что нас уважают. Предвидеть значит управлять. Мы часто утешаемся пустяками, ибо пустяки нас и огорчают.
Понятие справедливости также подвержено моде, как женские украшения. Мы постигаем истину не только разумом, но и сердцем, у сердца свои законы, которых разум не знает. Познание Бога без осознания своей ничтожности ведет к гордости. Познание своей ничтожности без познания Бога ведет к безысходности. Мы не живем, а лишь мечтаем о жизни. Реки – это дороги, которые и сами движутся, и нас несут туда, куда мы держим путь. Мы не живем, мы ждем и надеемся. С какой легкостью и самодовольствием злодействует человек, когда он верит, что творит благое дело? Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадлежащем, пренебрегая тем единственным, которое нам дано. Самомнение и лень – вот два источника всех пороков. Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают. Самая большая привилегия, которая дана человеку свыше – быть причиной добрых перемен в чьей-то жизни. Нет несчастья хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не обличила его. Случай – это псевдоним, под которым Бог действует в мире. Не только сама истина дает уверенность, но и одно искание ее дает покой. Случайные открытия делаются только подготовленными умами. Наши ощущения – самая полезная книга в мире, именно ее нужно листать, как можно чаще. Сердце имеет свои законы, которых вовсе не знает разум. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в уныние. Самые приятные люди в этом мире – это праведники, которые считают себя грешниками, а самые неприятные – это грешники, которые считают себя праведниками. Справедливость должна быть сильной, а сила должна быть справедливой. Хотите, чтобы о вас хорошо говорили, сами не говорите о себе хорошо. Человек творит зло с особенным размахом и удовольствием, когда уверен, что поступает согласно велению совести. Суть человеческого естества в движении. Полный покой означает смерть.
Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет. Человек затерян в глухом углу Вселенной. Счастье заключается только в покое, а не в суете. Трагедия не в том, что мы стареем. Трагедия в том, что мы остаемся молодыми. Ухо наше для лести, широко раскрытая дверь, для правды же игольное ушко. У сердца есть причины, которые разуму не понять. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат была вам близка. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.